Рулевые валы, контрактные, из Японии. Автомобили пилились в Японии, невозного года выпуска. Разбирались здесь уже, в Челябинске. Валы с наконечниками, с пыльниками. Некоторые даже могут быть с крестовинами. Реки отличные, не текут. Пробеги у машин были менее 100 тысяч. Но если 100 тысяч, то там может быть 120 была самая большая. Рейки в отличном состоянии, никаких ни люфтов, ничего. Ставь и поехал. Есть рулевые валы на эти же самые машины. Некоторые с замками, с ключами. Тоже вещь полезная и нужная.